Вот выращенная у меня бакупа из семян. Смотрите, какая она красавица. Сиреневая. Вот она. Сейчас я буду немножко обрывать вот макушки, вот эти вот, чтобы она разрасталась лучше. Цветок необыкновенно нежный, сиреневый такой. Вот. Очень красивая бакупа. Вот она, бакупа моя. Красавица махровая. Моя петуния, голубое сияние. Вот она, красавица. Там еще петунька такого цвета. Вот такая красота. Ниже у меня идет бакупа. Посмотрите, какие здесь нежные махровая бакупа у меня. Красавица сиреневая, а здесь внизу белая. Какие нежные цветочки. Белую я оборвала, чтобы она раскустилась больше. И сиреневая. Вот, вот он общий план. У меня не захватываю. Хорошо бакупу можно укоренить и размножить ее на несколько даже кустиков сделать. Семена я стараюсь не обрывать, чтобы мне они потом осыпались и дали весной мне новый урожай. Беру отросточек бакупы, чтобы были вот здесь, как видите, новые побеги. Вот. Пригибаю к земле и пришпиливаю. Так вот. Все пришпилено. Вот и оно даст нам новые корешки. Вот так. Также мы проделаем и с белой бакупой махровой. Здесь я вот немножко, если будет видно, вот, вот она, шпилька у меня пришпилена. Вот она. Сейчас я даже оторву. Вот она. Вот она. Видите, корешочки уже видны, маленькие. Уже можно ее обрезать. Вот. С этими корешками. Вот она. Как видите, беленькие корешочки. Уже можно садить отдельно эту бакупу. И также нужно ее обрезать. Вот. Не жалея, чтобы лучше она кустилась. Видите, беленькие. Это уже можно садить отдельным растением. Беленькие шли корешочки. Этой вот. Вот бакупа пышнее цвела. Мы должны, конечно, ее черенковать. Вот обязательно макушечки оставлять. Вот. Не жалея. Вот эти вот отводочки, вот эти, которые я обрезала от бакупы, я их не выбрасываю, я их поставила в водичку, они мне еще дадут корешки, и я вот так вот рассаживаю. Вот как видите, вот у меня это с корешочком молоденькие, вот не пошли побеги. Это вот беленькая будет, белая, это сиреневая. Вот так вот я размножаю бакупу красавицу.